Привет, ребята! Вы на канале криптошива и сегодня я расскажу, как э, участвовать в амбассадорской программе от BitCountry. Пока подписывайся на мой телеграм канал, ставь лайк этому видео, пиши комменты, если что-то непонятно. Э, погнали! Итак, для того, чтобы участвовать в этой программе, нужно перейти на сайт BitCountry, по ссылке э, и открыть окно амбассадор программ. Далее заполнить форму, где указать. Я прошу мою почту как реферальную. И дальше свое имя, фамилия, название идеального города BitCountry. Если вы вдруг, я думаю, что если вы в тестнете будете принимать участие, то, возможно, так будет называться ваш город. Дальше ваш email, ваш город, область, страна, где вы проживаете. Значит, охват аудитории, которая может вас услышать. Рекомендую писать правду, так как правда это всегда хорошо. Далее Twitter, LinkedIn и значит, опыт работы, который у вас есть. То, что вы можете предложить. Далее коротко о себе и Submit. После этого вы получите задачи амбассадора в виде такой таблицы. Значит, смотрим сюда. Это Task ID, их сейчас на данный момент 6. И вот э, здесь они размещены. К примеру, написать статью, создать мем, снять видео биткантри, организовать встречу, конференцию, либо ваш полет фантазии на ваше усмотрение, что-либо, что вы сообразите сделать. Недавно парень снял в YouTube, как он граффити на стене рисует э, в виде биткантри. Очень интересно. Дальше пригласить людей в соцсетях. После того, как вы делаете эти задания, нужно, нужно сдавать отчет. Это делается по ссылке на GitHub. Сейчас я немножко расскажу, как. Далее вы нажимаете New Issue. Далее тег того, что вы будете делать. В данном случае, если я буду выкладывать видео, я оставлю А3 и пишу о чем видео. Далее загружаю сюда ссылку с YouTube и нажимаю, нажимаю Submit. После этого здесь появится моя, моя задача выполнена. И, как правило, это в ночное время происходит. Если брать часовой пояс Украины или России, здесь МИА отвечает вам. Если она ответила, значит, ваше задание зачислено. И позже ему присвоится какой-то балл. Для того, чтобы посмотреть, сколько вы баллов, здесь есть Task Score и вот вы видите здесь участники и начисленные баллы в скобочках э, не знаю что это в скобочках какие-то идентификаторы в общем э, вы можете в поиске найти себя и посмотреть сколько баллов у вас здесь э, здесь у нас таблица лидеров 10 выделено, и вот она пошла сюда. Далее, естественно, вам нужно подп быть подписанным на все ресурсы. Это Twitter, это Medium, это Telegram есть русскоязычный и Discord. В Discord здесь в разделе кандидатов мы выкидываем свои проекты, ссылку на них, и всячески проявляем свою активность. Также есть русскоязычный чат где можно задать вопросы и тоже скидывать свои какие-то полезности в общем по активность ваша поощряется как амбассадора потому что по сути это и есть ваша задача нести в массы и ширить этот проект после набора вами баллов будет какая-то рейтинговая таблица где соответственно каждый так сказать получит по заслугам в принципе, у меня на этом пока все. Следите за обновлением заданий, они добавляются, вы их сразу же делаете. Делайте, делайте по несколько, не делайте на то, чтобы сделал и забыл, больше не буду. Нет, чем больше, тем лучше. И давайте вместе зарабатывать деньги. Переходите, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Проведите активность в YouTube-канал. Я надеюсь, что вместе у нас все с вами получится. Спасибо за просмотры. Пока. Пока.